я хочу вам дать, он, понимаете, он рабочий свип, он даже, я вам сейчас в конце покажу немножко из другого положения, как он делается не из дипа, но мы сейчас все-таки сделаем его из дип хафгарда, научимся правильно на него залезать. Называется он вейтер свип. Итак, мы человека толкнули, залезли в дип, очутились тут такие, да, веселые. Теперь, что я с вами, сейчас, Лех, вот руку повыше поставь, чтобы все видели, просто что я тут буду делать. Теперь что я делаю? Я обратно ложусь на вот это бедро, подвожу сюда его ногу. Внимание, не тяните здесь за ногой. Даже если вы дотягиваетесь, это глупо. Перехватываю его вот на этом бедре и забираюсь сюда. Видите, где я перехватил? Я перехватил дальнее бедро и подтянул себя. Ноги полностью выше колена, закрыты в треугольник. Зверски. Да. Перехватываю вот так. Теперь, вопреки желанию, когда хочется рвануть вот туда его, мы делаем круговое движение. То, что там у него вот эта нога, она нам мешает. Мы вот прям по кругу перевалили, перевернули, прошли газ. Можете, чтобы Лёшка тоже там взглянул? Это уже как-то рефлекторно, не особо. Итак, дип, вернулись. Что я делаю теперь? Ноги пошли сюда, я захватил, перехватил бедро, скарабкался выше колена, это обязательно. Закрыл треугольник, перехватил так, вероятно, жги, мы даже возьмем за рукавчик по возможности, но это не обязательно. Теперь я его роняю как будто вот сюда и сразу начинаю вести туда. Чик, бум. Понятно, да, чтобы не мешала эта нога. Повернулись, ну и в перспективе вышли. Миша, я могу сразу же после захода в дип пойти, ну, поймать, без второй фазы, да, без лишнего? Да, но чаще всего торопиться не стоит. В дипе это, ну, не требуется, ты должен спокойно проводить дип, это положение для спокойной работы, без суеты. Смотрите даже, как работает, если попадает в это положение, то без Мендеса, они спокойнее. Во всяком случае, бешеные. Окей? Давайте попробуем.